едет наш Масей 6713 с культиватором, с внесением удобрений. Производство Республика Крым. Поставили мы его. Сейчас проходимся. Тихонечку, полигонечку. Смотрим процесс обработки. Вот наглядный пример. Здесь как земля, здесь как. Давление под дождь носится, растает, когда дождь пройдется. Плюс самый основной. Плюс, наверное, здесь то, что поступает воздух, а это получается то, что азотом растения будут питаться, и результат мы сразу получим. Уже через пару часов уже будет разница между этим рядом и между этим, то есть не обрабатываем. Как он у нас работает? Остается красиво. Лапой мы сняли, так как сорняков нету. Ставили только внесение удобрений. А вообще, по идее, здесь лапы стоят вон там и здесь. То есть еще две лапы здесь должны стоять. Но нет необходимости, пока нету. А там цепь туда. Сразу закатываю. Thank you.
Масай у нас стоит на узких пропашных колесах, покупали отдельно. Для свеклы очень удобно. Поснимаем с кабины. Это у нас Айдарагай. Ездит со скоростью 8 км в час. Стоит автогаз. Нога отдыхает. Пока, да, доволен. Потому что результат, сами видите, налицо. Химию подобрали очень удачно.
Все хорошо отработал. Видите, даже маленькие сорняки, которые остались не вышедшими. Вот они. Это все вытаскивается. Это все вытаскивается. Плюс вот эти рядки, по моему мнению, то, что вот это углубление остается, даже дождь пройдется. Мне кажется, даже сыграет в пользу то, что вода будет накапливаться там. Эффект воронки. Повторим, сейчас посмотрим. Вот, до обработки. До обработки. Поле как выглядит. Сорняки все-таки какие-то остались вот эти. Так, вот они выходят. Потихонечку выходят. И перейдем сюда. Пожалуйста. Какой результат дает нам этот культиватор? Мне кажется, это хороший результат. Удобрений наверху остается, наверное, процента 2, может даже 1 максимум, потому что их очень мало видно. Вот. Помню, норма внесения у нас 100 килограмм на гектар. Потеря 1%, но я думаю, это отличный результат. По химобработке химпрополку мы делали здесь, на этом поле, 3 раза. То есть не 6 раз, как некоторые делают. И то эти 3 раза, они были поделены. Могли бы обойтись и 2 обработками, но мы их поделили, чтобы сильно не травмировать свеклу. Сегодня у нас на дворе 18 июня. Свекла у нас так выглядит. И это очень радует. Цвет нормальный. Не знаю. Но культиватор очень понравился, честно. Рекомендовали бы покупки такой культиватор. Наверное, да. Скорее всего, да, чем нет. Это не реклама. Это просто отзыв фермера. Красота. Слава богу, благо есть. Небо сегодня красивое. Природа. Птички поют.
процесс заправки для бигбэгов. Мы купили специальный клапан, который одевается на дно, точнее пробивается даже, и вот с таким замком удлинитель, чтобы удобно было. В принципе, сейчас все увидите сами. У нас Ильгиз депутат. Кормит народ. Кормит народ. Привез суп. Суп гороховый. Суп гороховый. С мясом. Горох, кстати, собственного производства. Переработчик забирал у нас, привез 2 мешка в качестве бонуса. Ай, дыра. Спасибо народным депутатам. Смотрим, как происходит процесс заправки. Удобная вещь. Заправляет один человек. Если вдвоем, еще быстрее. Раза надо подъезжать. 6 бачков. Так происходит процесс. Вот таким вот нехитрым приспособлением происходит. Да. Ну как сказать, об этом удобно? Удобно работать с этим? Удобно ли работать вот этим? Очень капризная штучка. Иногда не закрывается, иногда выпадает. Бывает и такое, разное. После него приходится иногда ведрами работать. Потому как падает и все. В общем, мне нечего сказать. Ну, с одной стороны, хорошо работает, ладно. Как выгружается. Вместо 1000 ведер, как говорится. Ну, конечно. Только вот удобрение какое-то. Нормально, это селитра. С камнями. Селитр, да. Натурально. Как-то вот так. А здесь мы кушаем. Ну вот и все. Мы его заправили. Механизатора накормили. Поедем дальше. Дальше у нас там
деревне идет ремонт дороги. Сейчас заедем тоже туда.